Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Кафедральном соборе. Сегодня нас ждет необычный концерт. Вы будете слушать западную классическую музыку, а также произведения молодых композиторов, лауреатов конкурса композиторов «Орган Таврида. Новые классики». Иоганн Себастьян Бах, прелюдия ми-бемоль-мажор, исполняет титулярный органист Кафедрального собора, лауреат всероссийских и международных конкурсов Мансур Юсупов.
Анастасия Чернова, «Отречение». Исполняет титулярный органист Кафедрального собора, лауреат всероссийских и международных конкурсов Евгений Авраменко. Иоганн Себастьян Бах, «Фантазия и фуга, до минор», исполняет Мансур Юсупов. Thank you.
Феликс Мендельсон, соната номер 6, ре минор, исполняет Евгений Авраменко. Thank you.
лауреат конкурса «Новые классики» «Орган Таврида» Моше Ариэль Ганелин «Хасиды едут к Ребе» исполняет Мансур Юсупов. Лауреат конкурса «Новые классики» «Орган Таврида» Элли Таусен Алава «Красная нить» исполняет Евгений Авраменко.
Рихард Вагнер «Шествие к собору» из оперы «Лоенгрин» исполняет Мансур Юсупов. Thank you.
Йозеф Йонген. Героическая соната. Исполняет Евгения Авраменко. Thank you.
В завершение программы лауреат конкурса «Новые классики» орган Таврида Маттиас Рефельд в финале исполняет Мансур Юсупов.